Всем привет! Сегодня проходил на рынке, такой думаю, ля, какая интересная груша. Вот. Подхожу к продавцу, говорю, дай мне эту грушу, вот эту вот грушу. Он то что-то там начал орать, руками махать, тухлята Алаф. Ну я так понял, что, ну типа там, забирайте, едите отсюда, не надоедайте из одного фрукта. Вот, оказалось, это гуава. Сейчас будем ее резать, посмотрим, что здесь такого. Вот. Семечки, говорят, местные, они очень жесткие, есть их не надо. Попробуем одну вот так выковырять. Семечки выковыриваем. Все вот это вот все вычищаем. Вычищаем. И нарезаем дольками. Вот так. Вот так. Можно ее есть и вот так. С кожурой. Вот. Пахнет, честно говоря, травянистый вкус, но сладкий. Ну так есть вкуснее. Шкурка немножко горчит. Вот так же можно есть с семечками. Но семечки очень жесткие. Говорят, если не пытайтесь ее раскусить, а то пломбы повылетают. Да, это она.